Я люблю легкую атлетику, еще она толком еще не начали там. Ну и лук мне нравится. Мы сейчас россиянки отработали неплохо, опять серебро взяли. Ну и белорусы тоже стреляли здорово, правильно? Все виды спорта олимпийские, они по-своему хороши, это на любителя, как говорится, знаете. Спортсмены же лучшие собираются, это ж понятно, по-другому никак. Ну вот сейчас что-то не было времени смотреть, а так, в принципе, как-то я за успехами следила наших белорусов. А вот ваша любовь к спорту, она детям передается? Ну да. А как? Ролики, велосипеды. Все это обязательно. Что-то мы смотрели? Мы смотрели... Стрельбу из лука было. Да, стрельба из лука. Да, но они, правда, заняли 4-е место. Когда с немцами играли, да. Не повезло чуть-чуть. Чуть-чуть. Старались, но не повезло. А что еще будете смотреть? Теннис. Теннис? Да, большой. Большой, да? Большой. И ожидаете чего? Ну, победы, наверное. Победы, наверное. А что еще будете смотреть? Что еще будем смотреть? Что мы будем еще смотреть? А что-то по плаванию? 20. Да, плавание есть, кстати, да. Там наши родители неплохо выступают. Я смотрел, как наши это самое играют. Ну, это самое. Я сижу за своими, ну, за белорусами. Вот я смотрел, как россияне играли в волейбол, там выиграли. Потом, ну, наши вот эти по гребле академической, они мне... Ну, короче, я сижу за своими спортсменами, потому что я болею за Республику Беларусь.